Как дела? Наступает Новый год, и мы по традиции ожидаем самого лучшего, что случится с нами именно в этом году. Я же продолжаю рассказывать вам о мероприятиях, которые проходят в Лондоне. И сегодня топ-10 на январь 2020 года. Итак, уже 1 января в Лондоне проходит новогодний парад, где принимают участие различные коллективы города. В основном это оркестры духовые, военные из Великобритании, то есть из Шотландии, из Ирландии, из Уэльса и другие коллективы. Также почему-то там принимают участие различные коллективы чирлидеров. Это американские фан-клубы девушек, которые участвуют на спортивных мероприятиях и поддерживают своих спортсменов различными танцами. Парад проходит 1 января в 12 часов в центре Лондона. В основном группы двигаются от Грин-парка до Парламент-сквер. Так что по всему маршруту вы можете занять место и посмотреть парад с любой точки центра города. О новогоднем параде я очень скоро расскажу и покажу вам в следующем ролике. А пока подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, которые происходят в Лондоне. Уже 5 января англичане празднуют 12th Night, праздник, который посвящен Рождеству по новому григорианскому календарю. Праздник 12-я ночь начинается в 13:45 рядом с театром Шекспира под названием Глоб. В этом году уже в 25-й раз проходит этот праздник в Саваке. Зеленый человечек появляется на набережной Темзы и пророчит всем урожайности, здоровья, счастья и долголетия, после чего разыгрывается небольшая пьеса, в конце которой раздаются пироги, в двух из которых спрятаны боб и горошек. И те люди из толпы, которым достается боб и горошек, становятся королем бобом и королевой горошком. И все вместе они идут парадом от шекспировского Глоб до здания Джордж Инн, желая всем людям удачи в новом году. С 16 по 25 января в деловом районе Лондона Canary Wharf состоится фестиваль огней Winter Lights, где будут представлены разнообразные световые, яркие праздничные инсталляции, на фоне которых можно сфотографироваться, а также попробовать пообщаться с этими инсталляциями, потому как эти инсталляции интерактивные. Приходите в Canary Wharf, фестиваль огней можно посмотреть каждый день с 5 до 10 вечера. С 21 по 23 января в выставочном центре Олимпия проходит трейд-шоу, посвященное игрушкам под названием Toy Fair, то есть ярмарка игрушек, где можно увидеть новинки как детских игрушек, так и взрослых, а также заключить некий контракт, потому что это больше ярмарка предпринимателей, которые общаются между собой и продвигают свой товар на рынок. И это тоже будет интересное мероприятие, можно прийти, пообщаться с персонажами, с ростовыми куклами и посмотреть, какие игрушки будут популярными в этом году. С 22 по 26 января в бизнес-дизайн-центре Ислингтона состоится London Art Fair. Это ярмарка современного искусства, где можно увидеть такие картины и скульптуры, которые невообразимы для вашего ума. Просто прийти посмотреть и вдохновиться работами современных авторов можно в конце января 2020 года. С 22 января по 1 марта в Chiswick House Gardens состоится фестиваль огней Lightopia. Этот фестиваль очень похож на фестиваль китайских огней, который был в прошлом году, Chinese Lantern Festival. Что будет в этом году, мы узнаем с 22 января по 1 марта. Приходите с 5 до 9 часов. Выставка будет открыта в Chiswick House Gardens. Только один день, 26 января, в Grosvenor House Hotel состоится Asian Bridal Show, где будут представлены азиатские свадебные костюмы, как мужчин, так и женщин, и украшения. Это очень интересное шоу, где модели в нарядах прогуливаются по подиуму и представляют различные топовые азиатские свадебные бренды. Мероприятие проходит целый день, приходите, будет интересно. Также 26 января в 11 часов состоится памятное шествие в честь короля Карла I или Чарльза I, которого британский парламент обезглавил 30 января 1649 года напротив банкетного зала. Театрализованное шествие, а также парад в костюмах 17 века проходит от Сент-Джеймс-парка до Horse Guards, так как именно на этом месте, где сейчас стоит штаб конной гвардии, казнили короля
Карла I. 26 января полон событий, и именно в этот день проходит парад и празднество китайского Нового года. Парад начинается на Трафальгарской площади и проходит через весь Чайнатаун в Лондоне. И целый день проходит концерт на Трафальгарской площади с плясками драконов и с китайскими традиционными песнями и плясками. Про китайский новогодний парад я расскажу вам чуть-чуть позже, следите за событиями на моем канале. С 31 января по 1 февраля в Battersea Evolution Center состоится BSC Expo. BSC переводится как British Society of Cinematographers. Это мероприятие будет интересно тем, кто увлекается фотографией и видео, а также телевидением. В основном там собираются профессионалы и компании, которые представляют новые разработки и технологии в области фотографии и видеографии. Там можно увидеть и дроны, и какие-то огромные линзы, а также послушать очень много семинаров про то, какие изменения сейчас происходят в области фото-, теле- и видеотехнологий. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!